Wake up, с вами Вова Кэс. Шурыгина дала первое интервью после выхода Сергея Семенова из тюрьмы. А также, почему Диана не пришла на съемки передачи «Прямой эфир» с Малаховым. Руслан Тушенцов наехал на Марьяну и Фейса, назвав их клоунами. И кто еще из блогеров ненавидит эту пару? Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Итак, вчера Диана Шурыгина дала эксклюзивное интервью телеканалу 360. Девушка крайне недовольна выходу Семенова на свободу. По ее словам, он вышел слишком рано. Также она назвала его плохим человеком. Ну, человек просто плохой. Ну и дала совет, как стать лучше. Может быть, работать в каком-то детском доме, чтобы он был добрее. Во время интервью она очень нервничала и отвергала помощь своего мужа. Ну, Андрей, сам разберусь, что сказать. Также сегодня состоялись съемки передачи «Прямой эфир» с Малаховым, на которые были приглашены Диана и Сергей. Девушка не явилась на ток-шоу. Говорят, что выпусков будет несколько, и она придет на съемки следующего. Так что скандальная встреча, которую все так ждали, не состоялась. Скорее всего, нас опять ждет целый сериал про эту историю. Выпуск с Семеновым покажут по телеку уже в ближайший понедельник. А ты будешь смотреть? Кстати, спасибо, что подписываетесь на мой инстаграм. Ссылка под видео. Семенов же, в свою очередь, вовсю пожинает плоды своей славы. Поговаривают, что за участие в прямом эфире ему заплатили более 1 000 000 рублей, а его одно интервью стоит от 40 тысяч. Большинство радуются за Сергея и считают, что он заслужил популярность и деньги. А как ты считаешь? После скандальных высказываний Фейса в Твиттере, Руслан Тушенцов крайне негативно высказался про него и Марьяну. По его словам, это клоуны с завышенным ЧСВ, и каждый день появляются новые Марьяны и татуированные рэперы. Руслан считает, что уже через 2-3 года они все забудут. Также блогер посоветовал им закрепить результат, а не кричать везде о своей популярности. Его слова полностью поддержал Николай Соболев, хотя парни не всегда находили общий язык. А ты согласен с Русланом? Свое мнение по поводу этой парочки высказал и Юрий Хованский. Блогер посмотрел их совместную трансляцию и назвал это странным дерьмом. По его словам, они все время несут какую-то чушь. Без трусиков, дай покажи писю. А ты поддерживаешь такое мнение или тебе нравится, как ведут себя Фейс и Марьяна? Спасибо за ваши лайки, обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока!